Гала-концерт юбилейного 15-го фестиваля русского песенного творчества «Самарская вишня-2022» собрал на сцене Дома культуры «Заря» более 200 артистов, среди которых солисты 8 хоровых коллективов и 10 ансамблей Самары, Нефтегорска и Волжского района. В зрительном зале представители разных поколений, ветераны войн, труда и люди с ограниченными возможностями. Мы говорим о войне и здесь в песнях в том числе. И прикоснуться к тем годам каким-то образом, хотя бы со стороны творчества, это тоже очень важно. Сохранение исторической памяти важнее, наверное, сейчас этого нет. Традиционное, то, что зарождено в нашем народом, те традиции, та самобытность, которая у нас была, она должна сохраняться и передаваться с поколения в поколение. Вот это одна из важных задач нашего этого фестиваля. По результатам оценки судей фестиваля «Самарской вишни-2022» были отобраны лучшие творческие коллективы, которые смогли представить свои музыкальные номера на гала-концерте. Трансляция проходила в онлайн-формате. Организатором фестиваля выступил Самарский дворец ветеранов при поддержке Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самара. Особенностью является то, что будет присутствовать молодое подрастающее поколение на сцене, фольклорные ансамбли «Дед». И я думаю, этим самым как раз вот такая преемственность поколения, она будет прослеживаться, и это тоже его отличает. Одному из детских коллективов выпала честь открыть концертную программу. Его руководитель Елена Меркулова выбрала для себя направление народного творчества еще 18 лет назад. Говорит, нравится обучать детей народной культуре. Радость – это самое главное для зрителя, потому что от исполнение и слушание народной песни, мне кажется, люди получают много удовольствия и какого-то позитива в нашей жизни. В фестивале приняли участие творческие коллективы и солисты в возрасте от 55 лет и старше с композициями на русском языке. В качестве аккомпанемента была использована только живая музыка. Виктория Шара, Максим Магомедов, Николай Сидоров. События.